Приветствую, дамы и господа. Сегодня будет достаточно редкий гость, потому что камни этой эпохи поймать достаточно проблематично. Это именно софты этой эпохи. Это софт Arkansas от Norton. 6-дюймовый размер. Размер 6,2, 1 дюйм, там от 3 четверти до 1 дюйма. Годов 1934-1949 года выпуска. В это время камни делали полнодюймовые, то есть в основном они были полный дюйм. Здесь размер, толщина где-то 25,8-26 миллиметров у камня. Камень не замасленный, то есть беленький. Какие-то вот такой он. Вот сейчас, если поближе, то вот он. Вот такой. Этикетка Soft Arkansas. Почему-то эти софты встречаются даже реже, чем софты до нортоновского периода. Вот. Софт позиционировался тогда как более твердый и более тонкий, чем вошито. По каталогу 1934 года вот этот вот SB6 стоил $2, в то время как Lily White вошито этих же годов в этом же каталоге и этих же размеров и в той же коробке стоило 75 центов, то есть 2,5 раза дешевле. Вошито номер один стоило 45 центов. Вышито номер один я сейчас покажу. У меня как раз есть подготовленная к порезке. Несколько порезал, а есть подготовленная. Значит, выглядела она вот так. То есть вот это же этикетка. Вот это номер один вошито того же времени. Так вот. Если не учитывать всякие вот эти пятнышки, потому что их может и не быть. Я несколько вошит уже резал с этими же наклейками, он мне даже я показывал. Этих пятен может и не быть, она может быть тонкая, белая, одинаковая и однородная. Что касаемо однородности зерна, несмотря на вот эти пятна, потому что они как это самое, можно посмотреть. То есть они... Сейчас я покажу. По своей структуре, по своей тонкости, они очень схожи. Очень схожи. И вообще, у меня складывается впечатление, что это был маркетинговый ход с этими софтами. Либо, ну, короче говоря, проанализировав несколько десятков камней одинакового времени, одинакового периода, одинакового возраста, одинакового всего, я до сих пор не могу. Здесь у нас у вошиты 52, а здесь у нас ширина 53 миллиметра, на секундочку. Вот, так вот, проанализировав все это, внятной разницы, чем софт отличается от вошиты, я не знаю. То есть есть вошиты, которые вот ей сейчас бирочку снять, положить рядышком вошиту, и никто никогда не узнает, где был софт, а где была вошита. Однако, может быть, более тщательно они... Я, вот правда, я не знаю, почему софт Arkansas стоил в 2,5 раза дороже Lily White вошиты и вошиты номер один. Опять-таки, у меня было несколько представителей номер один, 6-дюймовых, вот таких, и этих же годов. Помимо того, у меня есть и 8-дюймовые этих же годов. Абсолютно чистые, белые, тонкие, без каких-либо вообще отклонений. Для меня мистика, скажем так. Вот. Но, опять-таки, надо отдать должное. Вот есть этот софт. Действительно, он стоил в 2,5 раза. На сегодняшний день, кстати, они с вошитами либо в одну цену, либо, если дороже, то буквально чуть-чуть вот эти софты. Вот, я планирую этот камень, опять-таки, если кто-то захочет из коллекционера, потому что он фактически не использовался, точнее, он
Либо он вообще не использовался, это просто налет времени, либо он фактически не использовался. Просто коробка такая себе, достаточно, ну, потрепанная, что ли. Вот, хотя она полностью там сохраняет все свои эти нюансы. Так вот, если опять-таки до того, как поедет распил, потому что сейчас едет еще две Индии и еще одна, скорее всего, вошита приедет 6-дюймовая, и все вот это вместе я отправлю на распил под апексы. Если до этого времени никто не захочет полномерным камнем, то, соответственно, он поедет пилиться на апексы. Вот заодно, кстати, показываю, что я отправляю на распил. И будет, в общем-то, как вошито, как позиционироваться, как вошито. Вот. Ну вот, собственно, вот такой вот софт был. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.